Йоу, всем привет, и сегодня расскажу вам, как поставить обои на второй экран у Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus. Как мы можем заметить, обычный функционал второго экрана довольно скудный, и нам бы хотелось разнообразить его какими-нибудь картинками. Итак, что же нам для этого надо сделать? Погнали! Для этого заходим в Google и пишем AMOLED GIF. То есть GIF — это анимационные картинки, и выбираем свою любую картинку или просто вбиваем GIF. Я вбиваю AMOLED, потому что черный цвет на AMOLED экранах вообще просто натуральный, и его просто нет. Пиксели не загораются на тех местах, где не надо. Итак, вот мне понравилось, допустим, вот это вот. Мы его скачиваем, естественно, скачиваем изображение. Далее мы идем просто в стоковую галерею, выбираем гифку, нажимаем на еще, установить обои второго экрана. Все, установить, нажимаем, и все, у нас все готово. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.